Пойдем, присядем. Уйди. Все нормально. За минуту до этого к экипажу ППС подбежал измученный мужчина со словами «Помогите, на меня напали подростки». Полицейским удалось поймать лишь одного хулигана, остальные сбежали. Данелу пьяного поймали. 14 лет. Он не сдерживает слез, когда понимает, что его везут в полицию. Юный хулиган уже состоит на учете, а недавно на него написали заявление в полицию, якобы он избил мальчика. Но юному джентльмену удачи, видимо, этого мало. Он начинает угрожать полицейским и нашей съемочной группе. Давай, фоткай. Возможно, Буяна утихомирит родителей. Их вызвали сотрудники ППС. А дальше новый вызов. Пеший патруль просит помощи. Гостинка на Свердлова, 51. Якобы здесь бегает пьяница с ножом. 7 сотрудников ППС расходятся опрашивать людей. Оказывается, подозреваемый давно убежал. До этого он пытался изнасиловать пожилую женщину. Разрезал и сорвал с нее одежду, но она вырвалась. Характеристику на потерпевшую дает сосед. Она в стенку стучится, меня убегает. Там, это. Она вообще нормальная сама по себе? Она так характеризуете, да. Постоянно пьет? Ой, все время. Так у них такие все тараканы, все камелиозные, дома трое детей. Все понятно. В квартире полнейший погром. Хранители правопорядка берут показания и мчатся на следующий вызов. Видимо, кто-то решил попить и разбил стекло в молочном магазине. Преступников и след простыл. К слову, за выходные в дежурную часть полиции звонили 185 раз. Произошло 6 серьезных преступлений, половина из которых кражи. Сергей Коленик, новости Верхнекамья.